Видимо, это и есть арена Сигинори. Чем же Ясухиро занимался? Бедняга. Ясухиро его убил. Этот клинок сразил многих. Следы еще свежие. Ясухиро Кога. Стервятник мятежа. Ты совсем не изменился. Ты был еще щенком, когда горела Ерикава. 15 лет я мечтал перерезать глотку Симурии. Ты не доживешь до встречи с ним. Старик научил меня легендарному удару, прежде чем я его прикончил. Я покажу. Чего ты ждешь, мальчишка? Я не жду. Я наблюдаю, изучаю. Небесный удар тебе не помог. Ты не заслужил такой судьбы. Обещаю, я буду использовать технику Сигинори, чтобы защитить Цусиму от врагов. Сюда! Thank you.
за покровом тумана. Стоишь ты на твердой земле. Стоим, изможденные битвой. Ты славный конь, Кага. Выходите! Монгольский порох, насыпанный в глиняный горшок. Можно поджечь и бросить во врага. Плывем в бесконечном потоке. Ввысь к спасению рвемся. Цвети и к свободе стремись.
Надеюсь, Ханаока успеет. Этим людям нужна помощь. Как быть? О ком ты? О беженцах в лагере. Они больны. К ним отправился лекарь Ханаока. Тут всем заправляют монголы. По дорогам бродят разбойники. Лучше мне сопроводить лекаря. Господин, в Цуцу я видела мужчину на берегу. Он размахивал мечом во все стороны. Еще один выживший? Или разбойник? Не знаю. Мне показалось, он плакал. Добрый вечер, господин. Хороший мальчик. Но! Пастбище Киси. Тут видели наемников соломенных шляп. На монгольский обоз напали. Может, соломенные шляпы? Бой начался здесь, но в обозе явно был не один монгол. Там впереди еще трупы. Пытался сбежать от нападающих. Дзин Сакай. Рюдзо. Ты похож на пугало. Ты на себя посмотри. Шляпу вернешь? Ты теперь наемник? Независимый воин. Мне нужна помощь. Кто у вас главный? Он погиб при комоде. Ты был в бою? И потерял там многих. Как и все. Но мы отомстим, если объединимся. Спасем господина Симуру. Он живой? Парни изранены. Голодны. Я не могу менять все их жизни на одну. Даже за хорошую цену? Как прогоним врагов? Господин Симура заплатит, сколько захотите. Мои люди обсудят предложение. Твои люди? Я о них забочусь. Кто-то же должен. Так по рукам? Я подумаю. Не отступай. Никогда. Это вам за комоду! Убить их всех!
Эти свиньи не сдаются! Не дай нас окружить! Не сдамся. Я рядом. Держись. Держись воду. Стал сильнее. А ты наконец-то отрастил бороду. Ты обдумал мои слова? Соломенным шляпом твоего дядю не спасти. Нам бы до конца недели дотянуть. Все так плохо? Мы голодаем. Я отправился за едой, но вернусь к своим людям с пустыми руками. Но не один. Отведи меня в лагерь. Придумаем что-нибудь по дороге. Как в старые добрые времена. Когда мы в последний раз виделись? Позапрошлым летом на состязаниях на Гао. Я пытался найти тебя после состязаний. Соломенные шляпы видели наш бой. Им нужны были люди. Я подумал, почему нет. Ты даже не приехал в замок моего дяди. Там не было работы. Я бы помог тебе стать вассалом клана Симура. Надо было только попросить. У меня свой путь. Еще повозка. Может, там что-нибудь есть? Пусто. Самурай! Самурай! Твоя повозка? Да, господин. Монголы забрали лошадь и весь рис. Ты еще легко отделался. Куда ушли монголы? В сторону форта Ахира. Проклятье! Укройся в золотом храме. Скажи остальным не выходить на дорогу. Да, господин. Поехали. Лагерь уже близко. Помнишь мое предложение? Помоги освободить господина Симуру, и он щедро тебя наградит. Чем же он может меня наградить? Назови свою цену. Бесконечный запас сока. И это все? Место, где его пить. И чтобы все мои люди расселись. Я серьезно, Рюдзо. Ты ведь не хотел быть простым наемником. Прошло 3 года, Дзин. Многое изменилось. Удивительно, что после комоды соломенные шляпы не распались. Как ты их удержал? Сказал, что спастись мы сможем только сами. Ты прав. Я тоже так думал.
Но теперь начинаю сомневаться. Сколько у тебя сейчас людей? Вдвое меньше, чем было. Но достаточно для небольшого войска. А что? Крестьянин сказал, монголы забрали рис и уехали в форт Ахира. Думаешь, они хранят там еду? Возможно. Ты что-то задумал? Да так, есть идеи. Спокойно, Синзо, это я. Это он! Рут завернулся! Наконец-то. Что-то еды не видно. Кто этот самурай? Люди, это мой старый друг, господин Сакай. Рюдзо сказал, вы голодаете. Я хочу помочь. Ты не нашел еду? Вот наше предложение. Нападем на форт Ахира и заберем еду, которую монголы украли у нашего народа. Напасть на форт? Нас убьют! Тихо, подождите. Иди сюда, Дзин. Надо было сначала обсудить эту затею со мной. Я хотел дать людям надежду. Это моя забота. Не хотел тебя оскорбить. Ничего. Сюда, Дзин. Если хочешь ездить с нами, придется сменить наряд. У меня есть запасные доспехи. Только надеюсь, без вшей. Все никак не забудешь тот случай. Доспехи в сундуке. Ты не так красив, как я, но сойдет. Надо изучить укрепления, найти в них брешь. Это сделают мои люди. Так по рукам? Добудешь еду из форта Ахира, и мы вызволим твоего дядю. Спасибо, Рюдзо. Только ты не забывай, кто тут главный. Друг мой, я не стремлюсь тебя заменить. Дай нам время. Встретимся на старом кладбище. Буду ждать. Парни, выступаем! У меня к тебе есть один вопрос. Может, и отвечу. Расскажи, как ты тогда выжил? Чудом. Крестьянка вытащила меня с поля боя и заботилась, пока я не поправился. Тебе всегда везло. Как спасся ты и твои люди? Сбежали. Ты пока подготовься. Встретимся на старом кладбище. Умница, как. Скорей, Кагэ! Они все забрали.
Что случилось? Разбойники, господин. Они забрали у меня еду. До последнего зернышка. Куда они ушли? На северо-восток, в лес. Я их найду, и они пожалеют, что обокрали тебя. Прошу, не убивай их. Они все потеряли, как и я. Не обещаю. Что вы умеете? Узнаем. Зин, мы смотрим в глаза с отвагой. Только трусы наносят удары с теней. Простите, дядя. Рис. Тот, что они украли. Господин, вы вернулись. Вот твой рис. Рис. Я уже и не помню, когда я ела рис. Ты же сказал, он твой. Прошу, простите меня. Ты солгала мне. В такие времена разбойники не заслуживают еды, господин. К тому же, я попросила не вредить им. К сожалению, мне пришлось. Мне очень жаль. Зря ты солгала. Я бы и так тебе помог. Я больше не стану так поступать, обещаю. Скорей, Хагай! Сюда. Взгляните на товары, господин.
Простите, но этого мало. Вот, прошу. Прекрасный выбор. Я опущу это в дело. Хороший товар. Отличная вещь. Благодарю тебя. Всегда рад услужить, господин. Вот хороший товар. Тут мои новые товары. Мы все рады для вас стараться. Принесите еще, и вещь ваша. Да хранят вас боги. Не забывайте отдыхать. Не могу уснуть. Это с тех пор, как я узнал о людях в масках из бамбуковых лесов Хиоси. Сейчас и без небылиц много поводов для страха. Но это правда, господин. Они зовут себя защитниками лука великого Утицуна. Я выясню, кто на самом деле эти люди в масках. Попробуй поспать. Музыкант у источников Хиоси вам о них расскажет. Но берегитесь, господин. Говорят, проклятие Утицуны все еще действует. Господин, не нужно ли чего? Thank you.
Юльчиш Волокта. Иного пути нет. Юматра! Тише! Иллигин Актольджи Турне! Посад самры шиге, тамро тонил! Пошла! Господин, прошу вас, помогите. Что такое? Мне надо пройти через лес. Там лагерь, люди серьезно больны. Им нужен лекарь. В этом лесу полно разбойников и монголов. Да, я прошу защиты. Я проведу тебя. Но что там за болезнь? Ты сможешь ее побороть?
Лечение – это не борьба. В лечении главная забота. Если людям нужна твоя помощь, давай поспешим, пока недуг не пошел дальше. Благодарю вас. Как вы уцелели в битве у Комоды? Меня спасла одна женщина, Юна. Она вытащила меня с берега и выходила. Она хорошая целительница? Она очень смелый человек. Я здесь лишь благодаря ей. Прямо как моя матушка. В детстве я все время болел, а она много знала о травах и помогла мне стать сильным. Я пошел в лекаря благодаря ей. Постойте, я что-то вижу там впереди. У тебя зоркий глаз. Жди здесь, я разберусь. Где вы прячете еду? У нас нет еды. Лжет! Умоляю, пощадите! Выходите! Зря вы ходите здесь в одиночку. Нам пришлось уйти из селения, господин. Там все больны. Что случилось? Духи предков решили нас наказать. Мы не стали отбиваться от монголов и отдали им еду. Когда они ушли, все заболели. Теперь наш дом проклят. Дальше по дороге будет трактир. Там вас никто не тронет. Снаружи слишком опасно. Спрячьтесь в трактире и сидите там. Спасибо. Надеюсь, духи за нами не последуют. Вижу, вы мастер махать мечом. А ты бы что сделал с разбойниками? По моему опыту, бывает достаточно твердых, но вежливых слов. А ты вообще сталкивался с разбойниками? Ну, я просто считаю, что следует попытаться действовать словом, прежде чем прибегать к насилию. Подход истинного лекаря. Ты нашел свое призвание. Лекарь! Лекарь! О, как же вовремя! Что случилось, Хамё? Что такое? Сын захворал. Кажется, съел что-то ядовитое. Веди меня к нему. А как же больные в лагере? Мы и так задержались. Это не займет много времени. Я помогу. Только давай поторопимся. Благодарю, господин. Он ел. Если б я знала, еды у нас нет. Поищу, что это может быть. Благодарю, господин. Обычная вода. Пустая корзина для риса. Лесные грибы, надкушенные. Вот в чем дело. Расскажу Ханаоке. Нашли что-нибудь? Надкушенные грибы. Дурачок, знаешь же, что нельзя. От голода он забыл об осторожности. Я знаю противоядие, но для него нужен речной мох.
Оставайся с ним. Я найду мух. Господин, вы нашли мох? Да, вот он. Хамео, слушай внимательно. Нужно растолочь мох, залить чашкой воды и довести смесь до кипения. Пусть он ее выпьет, уже к утру ему станет легче. Людям в лагере нужна наша помощь. Да, идемте. Спасибо, что спасли сына. А ведь он страдал тем же, что и супруги из того дома. Боль, рвота, тяжелое дыхание. То есть отравление. Думаешь, жители дома отравили? Я почти уверен. Если так, мне понадобятся клубни, чтобы их вылечить. Тому несчастному хватило мха, но клубни действуют лучше. Их можно найти у пруда. Только быстрее. Но! Прямо у пруда. Не желаешь вежливо попросить их уступить нам дорогу? Оставлю это на ваше усмотрение, господин. Легим харсинта. Чего? Как что стоит? Пипе. Барчила. Дожо. Асун забу. Кто мой удел? Он у нас самурай. Ты тендвену. Юмавка. Тертин Багаю. Юматра. Вот сад ирч миден с рымштебе. Ахан, утрюволь. Утиль полок ног. Нигим харву, юм алек. Марнигим харву, ты нарходь меня.
Явчи хүч, гихдэ болгомштэ. Дараа мултарч чадахгүй. Барчла! Яг уу! Тэнд байна! Сипсэгэ клирч, давгай! Сипсэгэ бирэн! Ноктара! Бейтгэсэн! Альфи! Заткни! Олег Болчич! Господин, сюда. О, ты нашел клубни? Да. Благодаря вам я смог до них добраться. Просто я смотрю на вас, и порой мне кажется, будто вы убиваете с удовольствием. Я убиваю лишь за тем, чтобы защитить наш народ. Думаю об этом каждый раз, когда достаю меч. Разумеется. Простите, господин. Идем, нужно лечить больных. Сюда! Лагерь уже совсем близко. Моя жена, она не дышит. Сколько дней она хворает? Да вот с тех пор, как сюда пришли монголы. Что она ела? У нас не было еды, только вода из колодца. Увы, она умерла. И все-таки я опоздал. Ты сделал, что мог. Но если бы я не медлил, напрасно я остановился. Если бы не ты, те люди тоже бы погибли. А еще мы узнали, что всему виной отравление. Возможно. Но чем же они отравились? Жена того человека пила лишь воду из колодца. Мы знаем, что люди начали болеть после ухода монголов. Они отравили колодец. Если отравлена вода, скоро заболеют все вокруг. Лекарства есть? Да, клубни должны помочь. Тогда лечи кого можно. Спасибо вам. Вы многим спасли жизнь. Ты славный конь, Кага.
пошло. Mm-hmm.